Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Некоторая расчетливость, присущая владельцам этого имени, компенсируется стремлением к духовному общению. Часто эти люди уходят в богослужение, но без фанатизма. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. В отношениях владельца имени проявляют инициативу и очень часто собственнически относятся к партнеру, считая себя единственным спасителем. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Неважно, где будет находиться поле их битвы, стремление к борьбе до победного конца проявляется во всем. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Основная буква А в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Владельцы этого имени – неисправимые романтики и мечтатели. Их единственное глубочайшее пристрастие – возможность свободно путешествовать без каких-либо ограничений и обязанностей. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Эти люди ответственны и терпеливы. Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости, но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. Буква «К» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. На поле битвы такие люди часто безрассудно храбры и имеют все шансы быть убитыми быстрее других. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Буква «Н» приносит в характер отрицание и сомнение. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.